Существует ли такой многочлен второй степени, что среди его значений вида f от n, где n – натуральное число, имеется бесконечно много квадратов натуральных чисел, а сам многочлен не является квадратом никакого другого многочлена? Повторяю, многочлен степени выше первой, многочлен второй степени нас интересует, чтобы среди его значений было бесконечно много квадратов, но сам он при этом не был квадратом. Вот если вы берете какое-нибудь выражение типа 4х квадрат, это квадрат числа 2х, так? Замечательно, 4х квадрат это 2х квадрат. Конечно, среди значений бесконечно много квадратов. Какой x не представляете? А вот оказывается, есть многочлен, не являющийся квадратом, но среди значений которого бесконечно много квадратов. Многочлен с целыми коэффициентами. Просто когда представляешь некоторые числа, некоторые целые числа вместо переменной представляешь, получаются не квадраты, но бесконечно много квадратов. Подсказка – это совсем простая задача. Что мы доказали? Вспоминайте. Какой фактор уравнения Бернера мы доказали? У него бесконечно много решений. У нас была табличка, и эта таблица легко продолжалась до бесконечности. Помните, вот она, и уходит в бесконечность. У этого уравнения бесконечно много решений. Причем плюсы и минусы чередовались, поэтому и для плюс единицы бесконечно много решений, и для минус единицы бесконечно много решений. Так какой же многочлен обладает бесконечно многими квадратами в качестве значений? Вот смотрите, у нас есть уравнение x квадрат минус 2х квадрат, да? Вы же можете 2х квадрат перенести сюда. И получится x квадрат равняется 2х квадрат плюс минус 1. Ну, например, выберем плюс 1. Получается многочлен какой? 2y квадрат плюс 1. Согласны? Да. Вместо y подставляете числа из той таблички, ну, только надо обязательно взять вот столбцы, где плюс 1, четные столбцы, и вы получаете, что это квадрат. Так? Вот вам многочлен от y. Многочлен 2y квадрат плюс 1.